результат уже за 100 дней уже, можно сказать, налицо. То есть, если по 12 микрорайону, по нашему округу, значит, сделан тротуар, плитка выложена, это район улицы Чехова и Красноармейской. Дальше, по просьбе жителей и мамочек с детьми, у нас здесь находится филиал детской поликлиники, на 9-м доме. То есть там не было стоянки. То есть мы этот вопрос рассмотрели, выезжала Анжелика Анатольевна, посмотрели, вопрос решили. И сейчас в данный момент у нас там хорошая новая стоянка для жителей, как говорится, в вечернее время. И в дневное время, когда кто-то в поликлинику сюда приезжает, есть где можно поставить машину. Стоянка хорошая, приличная, где-то на 20 машин. Вот. Поэтому хотелось бы выразить большую благодарность главе от имени жителей. Будем сотрудничать, продолжать работать. Вот, и вообще всей администрации спасибо, что все вопросы решаем мы. Мы профинансировали полностью работы, которые выполнялись при подготовке к новому учебному году. Все договорные обязательства по срокам оплаты были выполнены. Это вот для меня, например, это достаточно редкий случай. У нас достаточно дорогостоящие работы были. 1 000 000 был выделен на ограждение, 1 700 000 на безбарьерную среду, 400 000 ремонт кровли. Вот такие вот все эти работы были выполнены в срок. И в этот раз впервые за многое время мне не пришлось писать письма, прошу выделить, прошу профинансировать. Профинансировали и все, договора были оплачены вовремя. Очень приятно то, что вычистили пляжи, нет никаких ларечков. Нет никаких забегаловочек там, вот, все чисто. Надеемся, что там будут только лежаки, продажа мороженого и воды, как обещает Юрий Федорович. Ну, хотелось бы ему пожелать, конечно, хорошей плодотворной работы. Команда у него хорошая. Дай Бог, чтобы они работали на благо нашего города. Хочется поблагодарить главу администрации о том, что поддерживает здравоохранение. В текущем году 2 квартиры для врачей было приобретено. Это, безусловно, сказывается на закреплении медицинских кадров. Спасибо.